каком же все-таки красивом городском округе мы живем. Чистый воздух, прекрасная природа, леса, поля. И люди покупают дома, чтобы жить среди этой природы. Жители округа обратились в редакцию Истра РФ с просьбой рассказать о проблеме села Ануфриево. Рядом с этим селом находится свалка, причем почти уверен, что она несанкционированная. Жители утверждали, что видели, как КАМАЗы со строительным мусором скидывают его на поле. А буквально несколько дней назад здесь было все чисто и прекрасно. Кстати, мусор не только строительный, есть еще и отходы жизнедеятельности человека. Ну, как говорится, если уже поехали вывозить строительный мусор, почему бы не захватить то, что лежит в мусорном баке под раковиной? Ну, в общем, 3 недели здесь уже это происходит. Ну да. Понятно. И как бы, я не знаю, вот администрация уже вот раз вылезла, будут ли они опять это все делать? Ну, они, значит, уже осведомлены, администрация, про это. Ну, я думаю, да. Вот эти кадры, которые вы только что увидели, мы снимали месяц назад. Тогда администрация отказалась давать комментарии, но заявку приняли и обещали разобрать вот эти вот завалы мусора. Но, как мы видим, ВОЗ и ныне там. Обращаемся к соответствующим службам. Пожалуйста, уберите вот эти вот навалы мусора, ведь это наша с вами природа. Юлия Троицкая, Максим Рыков, Антон Елизаров, Истра РФ.